Ярко, насыщенно, шумно, непринужденно и весело прошел фестиваль красок в минувшее воскресенье. Краснолучан в этот день развлекали гости из соседней Донецкой Народной Республики. Вы знаете, в прошлом году, когда мы были в Седово, очень много ребят было из вашего города, именно в Седово отдыхали. И еще с прошлого года нас спросили, приедьте, пожалуйста, в Луганскую Народную Республику. А вчера мы открыли как бы серию фестивалей в ЛНР. Это был у нас вчера город Алчевск. Вот, сегодня решили приехать к вам, порадовать вашу молодежь, да, чтобы она отвлеклась от серых будней, немного забыла про те военные обстановки, которые нас окружают, чтобы порадовались. Вон, видите, сколько много разноцветных, красивых людей. В общем, сделать красиво и не так, как у всех. И действительно, этот вечер отличался от предыдущих, ведь гости приехали не с пустыми руками. Массовый выброс краски и адреналина оставлял на лицах жителей не только яркие следы, но и неподдельный восторг. Это Красный Луч! Сегодня самый яркий город и самый веселый! Лето, солнце, жара! Еще! Лето, солнце, жара! Лето, солнце, жара! Сюда, утра! Пять, четыре, три, два, один! Просто пропагандируем своими фестивалями здоровый образ жизни, позитивное мышление, творческий склад ума, то есть, чтобы молодежь могла развиваться. Вон, привезли с собой диджея, привезли с собой волейбольный мячик, кто хочет с нами тоже поиграет, опять же, спортивный образ жизни. И через это мы делаем мир добрее, чтобы люди побольше улыбались. А если люди улыбаются, это ж добро, а добро всегда победит зло. Необычный летний вечер превратился для присутствующих в настоящий праздник. Шутки, танцы, игры и даже конкурсы – все располагало к тому, чтобы этот фестиваль запомнился его участникам надолго. Раз, два, три, Это весело? Да. А что самое веселое? Обкидываться красками. Люди очень добрые. Все очень открыты и атмосфера просто класс. Все давали краску и свою, просто офигенно. И не свою? Как, не боитесь, что не отмоется? Нет. Сказали, что должна отмыться. Сказали, отмоется, да. Нам нравится. Кого мы выбочкали еще? Многих наших друзей, они где-то тут ходят неподалеку. Вон девочка с нами приехала, ее. А что вы думаете о тех, которые сегодня в зале ходят чистые? Вот не выпачкали их? Ну, не знаю, нужно их выпачкать. Не стоит так оставлять. Ну, спасибо за такие мероприятия, побольше бы таких. Классно, позитивно. Как оказалось, сделать мир добрее не так и сложно. Краснолучане и организаторы фестиваля красок надеются, что подобные мероприятия будут проводиться в нашем городе неоднократно.